общем, давайте, всем привет. Начнем новое видео. Чтоб не было длинное, потому что и так BMW никому не интересен, а длинное вообще смотреть никому это не надо. В общем, заехал на металлолом, приобрел. У ребят, можно сказать, подарили. Эти два воротка Лерки крутить. Вот. Лерковерты, скажем так. Ну, хорошие лерковерты. Едем дальше. Что я там рассказывал? Рассказывал что-то про мотоцикл, про этот, да? Ну, естественно, мотоцикл 30 лет, ребят. Что было 30 лет назад-то? Вспомните. Лихие 90-е начались у нас. Они уже давно прошли, а мотоциклов у нас нету до сих пор. Ездим на ежах, да, на Уралах, которые там уже... Там уже от них воняет. Матис спортивный какой-то. Смотрите, он спортивный вообще. Какая-то баба-яга на метле летит. Наклейка. А я здесь, тетя, а здесь я, не надо дергаться. Сначала... Фарю я еду. Только ветра нету, ребят, вообще никакого. Закрыто все, закрыто. Все по макушке. Поэтому 80 как будто на месте стоишь. Ни в руки не попадает, от рук отсекают зеркала. Они как раз зеркала являются как бы вот отсекателями воздуха от рук. То есть такая, в общем. Ну, может, все мотоциклы в аэродинамической там трубе проверяют перед тем, как их там выпустить. Или вот как эту девятку, наверное, тоже проверяли там. Не зря она в виде зубила. Вот. Но этот мотоцикл точно продувался в трубе. И, в общем, хорошие результаты он показал. Очень. Он и не шумный. Сам по себе ветер на нем не шумит, шумит только на шлеме на моем китайском, на котором написано Vega. Но мне не стрёмно в нем ездить, я думаю, стрёмно без шлема ездить. Вот это стрёмно. Забазарился, пятую не включил. Еду на пятой, даже меньше. А с учетом, что все спидометры немножко завышают показания реальной скорости. Вот сейчас где-то 75, ну, может, 70 точно есть. Пятая передачка, там около 3000 оборотов. Нормалек. Это не тот мотор, который крутится там до 12, до 16, да. Какие-то. Тут максималка у него даже меньше 8,5.
Ну, это там, когда 200 едешь, примерно туда подходит. Закрыли развязку, наверное, по-другому сейчас тут действует это все. Сейчас ремонтируют дороги везде. Но мне развязка не нужна, я прямо поеду. По ПЛК расшифровывается проспект Ленинского Комсомола. Как очканул собаки, прям прям полетел. Это машинально получилось у меня. А вот так вдруг бы машина стояла. И все. Вот собаки. Собачьи морды. Напугали меня. Мазафака полная. Мне спешить некуда, мне вот туда вот, где церковь. Блядь, попал в щель ебучую. Смотрите, тут щель, блядь. Чуть не наебнулся. Сука, дурба, блядь.